Короче, вылезли мы из леса. Вот у нас такая тропинка. Птицы орут. Идем мы по оленьему следу или лосиному. Так что дороги тут уже больше нет. Смотри, всякие классные растения. Дождь идет. Деревья такие сухие. Он начался, да, еще сильнее. Вот. Где-то здесь должен быть пруд. Пруд с бобрами. Мы изучаем дикую природу. Где-то. Вон, да, вон две березы. О, какой тут чавка. Тут пипец. Вон где елка, короче, торчит, вот туда нам надо вылезти. Я знал, что он здесь есть. Я был здесь в своих снах. О! Полетел. Я попытался его снять. Журавль. Прикинь. Я не знаю, может быть он попадет краем на камеру. Так. Ноги уже я замочил. Ой-ой-ой. Пипец, короче. Очень глубоко. Огромнейший журавль. Во-во-во-во, он летает. Смотри, какой огромный. Залезай на верхнюю. Сейчас это... чайку побьем. Не-не-не, самое то. Здесь всегда чай пью. Офигенная погода. Дождь. Бобра, к сожалению, нету. Все. Бобер закончил. Бобер жил вон там вот. Да, вон туда, на самое высокое место. Слушай, какие-то рыбаки тут приходили, да? Идем. Что там, совсем бо... Короче, мы две змеи по дороге видели. Илюха срубил рогальку, чтобы, короче, змеи ловить. Сапогом. А чё? Вышли мы на нормальную дорогу. Сейчас мы ищем куст черной рябины. Где тут он должен быть? Да, теперь ты идешь и смотришь в кустах. Я и пришел. Вот маленький, короче, черноплодка, а сейчас будет большой. Вот он наш знаменитый куст с черноплодкой. Но она еще нифига не поспела. Еще он розовый. Попозже придем с черноплодкой. Немного ее, кстати, в этом году. Видно, он померзл. Но еще все равно родноват. Дек через две, через три. Будешь брать? Ну вот. Пошли тогда чаю попьем. Так, мы нашли гадюку. Нормальная рогулька там? Сейчас, блядь, вон она лежит, короче. Сейчас будет пиздец, короче. Она заснула, я не знаю, видно вам, зрители. Большущая змея гадюка. Она ядовитая, да? Вы чем ее будете ебашить? Смертельно ядовитая хуйня. Отдыхать? Давай я прижму, вы мне дайте только палку. Нет, сколько много. То есть реально у вас ядовитые змеи будете? А, вон я вижу, там вон, да, рогулька в конце. Давай, Миш, руби скорее. А кто будет резать ее? Не знаю, просто. Что, прямо сейчас зажарим?
есть эта зажигалка? Есть зажигалка у тебя? Как спички? Его нет, у тебя есть? Она обруби так ее, чтобы можно было реально прижать. Короткая. Не-не-не, я имею в виду, что вот это расстояние было короче. Ее нету. Да она тут где-то. Я понимаю, давай ее пугай. Так вот ходишь за брусника, а там хуяк, блядь, гремучая змея ядовитая. Видел, да, какая она здоровая была? Давай, давай, ищи. Начинайте. Она лежала на человеке. Вот, давайте включайте. Она, скорее всего, туда куда-то пошла. Да, у вас подъезд не может. Она не летает, как бы. Сейчас раздробили. Вы что-то далеко ушли. Вот. Что-то я слышал. Где-то она может ползла. Что-то листики шелестят. Она где-то вот тут должна быть. Давай
попробуй, палку туда дырни. Несколько дырок всегда. Палкой дырки. Всегда несколько дырок. Женек несколько. Начался опять дремущий лес. Может, тут есть грибы, сыроежки, всякие грузди, черные. Что, живой? Много тут сыроежек. Сегодня путешествие без тропинок. Непонятно. Какие тут растения забавные. Могилка. Ребят, могилка какая-то. Вот здесь вот можно снимать. Или... Вот про этого маньяка фильм.